На российском Первом канале вышел большой репортаж, посвященный 50-летию начала строительства БАМа. В репортаже рассказали о Гейдаре Алиеве, который курировал проект всесоюзного значения. Невозможно переоценить вклад Гейдара Алиева, на тот момент занимавшего пост первого заместителя председателя Совета министров СССР, в организацию строительства Байкало-Амурской магистрали. Его активное и личное присутствие на стройке, его принципиальность и дальновидность в принятии ключевых и критически важных решений позволили довести строительство до конца и в срок. Сегодня и Гейдара Алиева. В должности заместителя председателя Совета министров СССР он курировал всесоюзную ударную стройку. Вместе с Николаем Конаревым, который был тогда министром транспорта, они много раз бывали на БАМе. По словам Ефима Басина, это им приходилось принимать трудные решения, от которых зависела судьба магистрали. Решали очень важные задачи, такие как обход Северомузского тоннеля, как обход Кадарского тоннеля, что позволило именно к 1989 году закончить и эксплуатацию БАМ на всем протяжении. Это была победа, конечно, благодаря ему.